Привет, друзья! Привет! Да, Найтвульф, привет! Как раз ты написал, сейчас я посмотрю, все ли работает у нас. Буквально мне минутка нужна. Здорово! Здорово, Сиротин! Привет! Друзья, сегодня 14 мая. Сегодня спала эмбарго на... Сейчас, работает, не работает? Стрим, Твич. Сейчас гляну. Все, вроде картинку вижу себя. Себя вижу, это уже хорошо. В общем, друзья, сегодня спала эмбарго на... Сейчас, секунду, я буквально... Я проверю сейчас, на всякий случай. А то вдруг я... Чего-то ошибся. Проверяю, так, иду еще раз смотреть Microsoft. Так, State of Decay 2. Вы можете демонстрировать игровой процесс, публиковать материалы, впечатления, предварительный обзор игры. В общем, с 14 мая, 19.00 МСК. Это сегодня, это прямо сейчас. Значит, все правильно я делаю. Все, 19.00 МСК прошло. State of Decay 2. Я в первую часть игры не играл. В общем, вторая часть — это... Survival, зомби, апокалипсис, не знаю, зомби, мне кажется, уже всех достали, но продолжают выпускать их, и не знаю. В общем, игра от компании Microsoft, ребята из Microsoft нам прислали ключик на обзор, и, соответственно, этот же ключик я реквизировал сегодня, чтобы показать сегодня трансляцию, так что, не знаю. В первую часть я не играл, вторая, не знаю, здесь, скорее всего, есть какой-то кооп. Сейчас вместе с вами посмотрим, как, чего, куда и вообще с чем ее едят. Слушайте, ну заставочка красивенькая. Вот. Меня все время удивляли, почему, если вроде в мире ходят зомби, почему половина людей валяется на полу. Смотрите, что у нас тут есть. Новое сообщество. Переключить сообщество — это, видимо, какое-то старое. Как играть? Как играть? Это State of Decay 2. Вы руководите группой людей в начале зомби-апокалипсиса. Каждый член группы уникален. Если что-то пойдет не так, он умрет навсегда. Чтобы добыть ресурсы, необходимые для выживания, вам придется выходить за пределы базы. И вы знаете, такие... И такой, не знаю, пессимистический ответ такой. Ну ладно. Нажал, ладно. Ресурсы. У вашей группы есть ресурсы, 5 видов, многие из них быстро расходуются. Для пополнения запасов занимайтесь собирательством, заведите огород или постройте аванпост. Если запасы какого-либо ресурса иссякнут, это вызовет нежелательные последствия, например, голод. Сразу видно, чувак голодный. Такое ощущение, что он какой-то марафон пробежал. И снова такое. Ну ладно. Нужно было написать не ладно, а ну ладно. Вот так вот. Осмотр. При осмотре окрестностей с вышки на мини-карте появляются новые локации. Откройте карту, изучите все значки, чтобы понять, какие припасы можно здесь собрать. На основе собранной информации составьте планы вылазок за припасами и создания аванпостов. Угу. Слушайте, вроде вот ты читаешь, и вроде как это должна быть мультиплеерная игра большая. Но я так понимаю, что это вообще либо сингл, либо кооп. Использование рации. У каждого человека есть рация, с помощью которой можно позвать на помощь. Если вам нужны ресурсы или новые люди, то вы можете поискать их с помощью рации. Некоторые персонажи могут с помощью рации запросить лечение, снабжение и огневую поддержку. Ладно. Так, захват зданий. Слушайте, кстати, прикольный туториал. Вот посидеть можно, посчитать буквально, не знаю, 5 минут перед началом игры. Хоть что-то, чтобы понимать. Потому что я запускал игру сегодня, смотрел. Сейчас, собственно, с вами еще раз пройду, посмотрю. Но, в общем, ничего я пока еще не понял. Захват зданий. Для зачистки здания исследуйте все его помещения, обозначенные на мини-карте. Вам придется не только осмотреть все помещения, но и убить всех зомби на данной территории. В зачищенном здании какое-то время не будут появляться новые зомби. Пока непонятно, но ладно. Форпост. На аванпостах вы можете переключаться на других персонажей и обмениваться припасами. Некоторые аванпосты дают дополнительные преимущества, указанные на экране базы. Зачистив здание, активируйте точку владения, чтобы превратить его в аванпост. А почему здесь форпост и аванпост? Непонятно. Навыки и сложные объекты.
Допустим, простые задания, например, пункт может построить каждый. Простые здания, да? Для создания сложных объектов и улучшения простых вам понадобятся люди с особыми навыками. Вот с этими. Вот один навык и второй навык, да? Ищите и принимайте в сообщество новых людей. Их навыки придутся кстати. Смотрите, какая у него пушка странная. Вот, опять же, искать NPC или искать людей живых? Непонятно. Наверное, NPC. Блин, а вы представляете, если здесь можно будет строить свою базу? Ну, то есть, в принципе, тут можно же строить свою базу, аванпосты делать и, может быть, давать задания, и там можно выращивать. Я смотрел трейлеры по данной игре. Там прям как будто это ММО выглядит так. Боевой дух. Это первую часть не играл, но одобряю. Так, вышечки. А почему только первая часть в Стиме есть? Я так не играю. Сорян, не знаю пока еще. А, слушай, она же не Steam, она же Microsoft. А, она будет в... У меня она из Microsoft Store, которая вот в Windows встроена, 10-ю. И плюс еще вы можете играть на консоли Xbox One. Где ее купить? Все самые... Так, так, так. Только не говорите, что в Mike Story. Да, только что сказал. Сорян. ММО, квесты раздаешь ты сам. Вау, вау. Звучит забавно. Так, боевой дух. На экране базы показан боевой дух вашего сообщества. Кстати, игра не сильно фонит, потому что у меня вот микрофон стоит передо мной. И игра играет с монитора звук, чтобы я не в наушниках сидел. Нормально все? Так, уровень боевого духа влияет на эффективность действий вашего сообщества. Боевой дух повышается при постройке объектов и удовлетворение потребностей членов сообщества. Я б тебя удовлетворил, тёлочка. Положение и лидерство, наследие. Слушайте, ну тут много всего, много. О, сетевая игра, помощь другому игроку. Давайте, ладно, дочитаем все. Раз уж мы сегодня игру показываем, я хоть я, чтобы знал все, что там это должно быть. Все, что нужно знать. Так, положение и лидерство. Все действия ваших персонажей влияют на их положение в сообществе. Персонажи с высоким потенциальным, с высоким положением считаются героями, и они дают бонусы всей группы. Любой герой может стать лидером вашего сообщества. Круто! Наследие лидера. Тип лидера характеризуется наследием, которое он оставит будущим поколениям. После победы над кровавой чумой ваш лидер определяет цели для создания наследия. Создание наследия обеспечивает победу в игре и дает бонус к следующим прохождениям. Перепрохождение игры? Будущее сообщество. Вот. Достижение последней цели и наследия обеспечивает победу в игре и завершает историю вашего сообщества. Не беспокойтесь, ваши выжившие персонажи сохраняются, их можно использовать в будущем. Вы сможете взять их с собой, когда начнете новую игру. С одной стороны, пока все звучит дико круто и непонятно, с другой стороны. Сколько за времени займет прохождение... Ну, то есть, как бы это про реиграбельность речь идет. Так, поиски новых территорий. Если вы продержитесь достаточно долго, то израсходуете все ресурсы на своей территории. Командный центр 2 позволяет вам найти новую территорию для заселения. Когда будете готовы уйти навсегда, направляйтесь к точке выхода с карты. Забавно. Ну ладно. Ответ ладно, прикольный. Так. 1950 рублей стоит обычная версия, 3200 Ultimate. Привет, привет, говорю. Ты почему не можешь передать привет Антону? Антон, Антох, передай привет. Успокойся, чувак, да. Я задоначу. Антону Майданнику. Майданник — это фамилия или это позывной с Украины? Так, чувак, передай привет. Ты уже передал. Даже на плойку нет. Nightwolf — это игра для... Ее разрабатывает Microsoft Studio. Ну, конечно, ее нет на плойке. Поехали дальше смотреть, что у нас было. Поиск получения влияния. Основная валюта этого мира — влияние. Я думал, оружие. Влияние увеличивается при достижении целей, торговли и оказании помощи другим игрокам. Влияние можно использовать для отдачи команд по рации или обмениваться на предметы у соседей. Такой, хочешь, я тебе дам немножко влияния, а ты мне дай автомат. Забавно. Ладно, ладно. Группа людей.
В этом мире люди живут небольшими изолированными группами. Помогая другим, так вы найдете союзников, торговых партнеров и новых людей для своего сообщества. Вербуй! Если вы их проигнорируете или предадите, они могут стать для вас опасными врагами. Это круто. Это прям какой-то Walking Dead получается. А, скопления. Скопления очень опасны. Если с ними не бороться, то они разрастаются. Скопления образуются из-за крикунов, которые привлекают сюда других зомби. Чтобы ликвидировать скопление, убейте крикуна и остальные зомби на этой территории. Прикольно. Жертвы кровавой чумы. Чтобы остановить распространение болезни, поместите зараженных кровавой чумой в медпункт. Если вам удастся найти вакцину, с ее помощью можно спасти больных. Если нет такой возможности, то, наверное, придется их убить, чтобы не заразить остальных. Ладно. Образцы зараженной ткани. Образцы зараженной ткани можно собрать с останков чумных зомби. Чумные зомби стекаются к чумным сердцам, это очень опасные зоны. Чумного зомби легко отличить по красным выделениям, из-за которых кровавая чума и получила свое название. Мне кажется, половина земного шара вот такими таким страдает. Красными выделениями. Так, борьба с чумой. На вашей территории будет много чумных сердец. Чтобы гарантировать свою безопасность, вам придется найти и уничтожить все. Их все. С каждым уничтоженным чумным сердцем другие становятся сильнее, словно готовятся к вашему нападению. Сетевая игра. Ваши друзья могут в любой момент присоединиться к вашей игре и привести персонажей из своих сообществ. С помощью рации можно предложить свою помощь и присоединиться к чужой игре. Тоже меню позволяет вам приглашать в свою игру любых игроков. У меня нет друзей, с которыми можно играть. И последний пункт, помощь другому игроку. Когда вы присоединитесь к чьей-либо игре, то ваша задача помогать этому игроку. Вы можете передавать сообществу этого игрока припасы и пользоваться его объектами. Здесь ваши действия приносят вам влияние, а не положение в группе. Окей. В общем, все понятно. Так, чувак, ты крут, спасибо. Так, эта игра умрет так же, как и Море воров, потому что нет в Стиме. Биллу Гейтсу надо подружиться с Гейбом. Так, потому что не было Microsoft Store, видимо, поэтому первая часть была в Стиме. Я совсем не школьник, мне 21. Сейчас Майки свой стор рекламит, но это им не поможет. Меня девушка просит, чтобы ты ей передал привет. Тоже. Ее зовут Мария Воронянская. Привет тебе, Мария Воронянская. От Антохи. Антоха! Короче, ладно, поехали смотреть. Новое сообщество создаем. Тут сейчас будет небольшая вводная часть. Будут разные показанные персонажи. Я до конца не понял, как они работают, но, в общем, здесь персонажи все идут в паре. Их тут несколько. Обучающие сценарии. Родная кровь. И небольшое такое интро про каждых персонажей. Много месяцев спустя после начала апокалипсиса вы нашли своего пропавшего брата. То есть, я так понимаю, что мы играем за тёлочку, а брат у нас на подсосе, хотел сказать. Помогает нам. С тех пор вам пока удалось справляться с зомби и голодом, но ваши припасы подходят к концу. К счастью, вам повезло, ваш брат узнал о лагере беженцев под управлением военных. Скорее всего, там вас ждет приют, еда, только не забываться делиться, как вас учила мама. И смотрите, у каждого из персонажей есть скиллы какие-то. Соответственно, Райан это мужик, а Вейр это тёлочка у нас. Дежурная по школе, бессмертная. Я не знаю, что значит бессмертная, но мне кажется, все главные персонажи бессмертные, да? Нет, не все. Предпочитает обращение по фамилии. У нее выносливость на 2 звездочки. Сколько здесь? 2, 4, 6, 7. Она типа умная. Ну, не типа умная, но так, на 4 с минусом, судя по звездочкам. Немножко силы у нее есть и немножко умеет стрелять. В то время как мужик, у мужика нет силы. Он менее вынослив, чем женщина. Он более тупой. У него вообще отсутствует сила, но зато он умеет стрелять, и у него есть какая-то механика.
Давайте посмотрим, кто еще есть. В общем, давайте мы сейчас выберем, друзья, вместе с вами, кем играть, потому что я вот этими пробовал играть. Может быть, другие вас заинтересуют больше. Старые приятели. Геи, что ли? Паули и Стефан. Вы со школы только делаете, что вытаскиваете своего старого друга из передряг. Вы почти уверены, что не он стал причиной, что не он стал причиной апокалипсиса. Однако за все это время он ни разу вам не помог. Вам повезло, вас ждет армейский лагерь, безопасность и горячая еда. Остается лишь гадать, когда ваш приятель снова все испортит. Ну, то есть ваш приятель гандон, как оказывается. Учился в ПТУ, он проблемы с пищеварением, то есть у него еще и срет постоянно. Смотрите, ну он тупой, у него интеллект на нуле. Сила у него тоже отсутствует, он тоже тупой. Зато у него мастерство, он какой-то молоток у него есть и немножко выносливый. В то время как Поль, вот этот вот азиат, он невыносливый, у него интеллект на две звездочки, немножко силы, и зато он стреляет классно. Смотрите, у него стрельба на 6. Но играть, мне кажется, с чуваком, у которого постоянно диарея, мне кажется, так себе идея, да? Давайте посмотрим, кто еще есть. Ни дня без ссоры. Смотрите, здесь два чувака, а здесь две телочки. Непонятно, почему они не делятся по не знаю, мальчик-девочка. За последние годы вы успели раз 10 разойтись со своей подругой, не меньше, но вам всегда удавалось помириться, даже после самых шумных скандалов. И все было чудесно, пока не объявились зомби. Вы приближаетесь к армейскому лагерю для беженцев вместе, по крайней мере, до первой ссоры. Ну, смотрите, все начинают с армейского лагеря. Кстати, а чем вот эти ребята характерны? Поль или Пауль? Пауль вырос в глуши, всегда хотел пожить в палатке. Стефан учился в ПТУ, да, и у него понос. Понял уже. Так, Таз. Наша героиня зовут Таз, а ее подружка Мэри. Короче, смотрите, Таз очень вынослива. Это хорошо. Таз, она у нас телемаркетолог, то есть она по телефону перезванивает людям и предлагает им что-то впаривать. Также она скейтерша. Это круто. Круто. В то время как Мэри варила домашнее пиво. О, молодец тоже. И чуткая. Чуткая. Короче, Таз у нас выносливая. Да, Таз выносливая, как Таз отечественный, да? У нее есть мозги, это хорошо. Сила на двоечку, но она стрелять, короче, не умеет. Мне, кстати, вот интересно, как в игре реализована механика, что вы не умеете стрелять, но ты не сможешь пушку подобрать, или как это вообще будет? Короче, Мэри у нас ни хрена не выносливая, тупая, как одна звездочка из семи. Настолько же хилая, стрельба... Короче, в ней вообще смысла никакого нет, но зато у нее есть химия. Может, она может варить там какие-нибудь препараты. И странная парочка. Если бы не зомби, вы бы никогда не нашли любовь. Вы встретились в лесу, бездомные, выжившие из разных миров. Ваши дороги могли и не пересечься, но теперь вы не можете друг без друга. Потому что один тупой и второй тупой. Тупой еще тупее. Подходя к армейскому лагерю для беженцев, вы надеетесь, что апокалипсис, который когда-то свел вас вместе, не разлучит вас. Короче, это Кот и Кари. Кари как приправа. Коди. Коди уничтожитель зарослей. Ну, то есть он бреет, видимо, везде. Всем. И жизнерадостный. Ну, видимо, поэтому же и жизнерадостный. Кари. Серийный убийца растений. Серийный убийца растений. Часто ностальгируют. Короче, Коди у нас невыносливый, тупой, как и Кари, такая же тупая. Но у нее выносливость на две звездочки. Коди немножко сильный и стреляет немножко. Зато Кари немножко садоводство владеет. Но в основном все тоже грустно. Слушайте, ну вот по мне так вот эти самые сбалансированные получаются. Друзья, кого будем выбирать? Двух черных, двух геев, двух телочек или двух идиотов? Напишите в чатике. Кем поиграть? Два уголька, два гея, две лесбиянки и тупые. Так... Вообще, первая часть была на один раз пройти. Сомневаюсь, что тут будет намного лучше. Лесбы и геи, куда же без них. Разброс, наверное, будет, если не умеет. Привет, а откуда? Ведь стар только 18-го. Привет, что за бред, откуда доступ? Пресса!
игровые журналисты. Тупой еще тупее тупого. Бери тупых. Две телочки. Две телочки тупые. Кто у нас тут тупые? Вот эти вот, да? Вот этот тупой еще тупее. Коди и Кари. У них даже имена тупые. Серийный убийца растений, уничтожитель зарослей. Они... Что это за описание? Бери тупых. Тупые, тупые. Бери идиотов. Им всегда везет. Ладно, друзья, но я вижу, что тупых больше. Тупых больше хотят. В общем, хуй, они действительно... Я бы, честно говоря, не стал бы их никогда брать, потому что они реально тупые. Я вот начал играть угольками. Вот эти, они мне показались более-менее сбалансированы. Но, тем не менее. Ладно, давайте возьмем... странную парочку. В нашем лексиконе они тупые. Выбрать. Поехали. Сейчас будет сюжеточка. Сюжетный ролик. Кстати, если вы не подписаны на канал, можете подписаться. Зомби. Я, честно говоря, боюсь зомби. Все начинаются одинаково. Угольки также начинаются. Это вот, видимо, военный лагерь. Все. Мы в лагере. Воу, посмотри на эту хрень. Пора идти быстро. Ворота долго не продержатся. Я же говорил тебе, нам будет вдвоем лучше. Конечно, в лесу было бы намного лучше, чем на армейской базе. Полный припасов. Так, ну смотрите, вот это зомби. У них красные глаза. И где-то пишут, что еще у них есть выделение. Тут есть какая-то система диалогов. Кори и Кари. Короче, войдите в лагерь беженцев. Управление стандартное ВСАД. Так, есть на ПКМ приближение. Так, давайте смотреть, что у нас на базе есть. Она за мной бегает. Интересно, а как? Ну, наверное... О-о-о! Фу! Ой. Безмозглые, как они сюда попали? Слушайте... Может, поэтому тут никого нет. На самом деле... Где все? Все свалили. Можно их полутать? Нет, полутать нельзя. На самом деле, когда ты приходишь на военную базу, и тут, сука, блядь, никого нет, то это стрёмная тема изначально. Так, смотрите, подсвечиваются контейнеры. Смотрите, тут есть поиск. Я так понял, что есть поиск медленный и есть поиск быстрый. Если мы делаем, вот сейчас я делаю медленный поиск, просто держу кнопочку E. Просто происходит поиск, и я что-то беру. Если есть поиск быстрый, так, Q, использовать бинты. Есть поиск быстрый, но я так понимаю, что он может с какой-то вероятностью сфейлиться, и он типа шумит. А если вы шумите, то вы привлекаете вот этих зомби к себе. Смотрите, сейчас сделаю быстрый поиск. Вот. Во-во, видите такое прям вот? И они все бегут. А чё ты его не дамажишь-то? А, во, смотрите, она ножичком работает. Красавица. Воу-воу! Толстяк! Пошел вон! Ого, как он его добил. Он еще и шевелится. Она их добивает. Я, видимо, биту свою сломал. Короче, видите, быстрый поиск, он... есть вероятность, короче, его сфейлить. Но есть вероятность его и не сфейлить. Так. Найди припасы в лагере. Поговори. Надо набрать припасов и убираться отсюда. Ни одного военного. Не нравится мне это? Конечно, говорит она. Очень интересные диалоги. Ну, видите, два тупые. Один что-то говорит, одна говорит, да, окей. Так. Что это у нас такое? Пакет снеков. Почти целиком состоит из калориев и консервов. Мгновенно восстанавливает энергию, слегка утоляет...
О, блин, смотрите, тут есть еще голод. А где это все вот посмотреть? Так, это у нас перевес, это у нас оружие, стрельба, вещмешок, рюкзак. Это, видимо, какие-то слоты, карманы. Карманы уже забил. Так, лут, лут. Давай, давай, тут вроде никого сейчас нет, ничего не найдено. Я, кстати, вот не знаю, вообще есть ли вероятность сфейлить, когда ты что-то ищешь или нет. А смотрись, надо найти тебе хорошее оружие, говорит мне тупая. Это еще жратва. А где здесь найти оружие? Так, ну пока все коридорненько, коридорненько, мы идем вперед. Оружие, оружие, оружие. Зомби. Я так полагаю, что зомби можно просто тупо поодиночке, их можно резать ножом. А, смотрите. Мы расходуем энергию, ну то есть как бы... Ой-ой-ой, кто-то. А он встал! Добей его! Вот, все. Мы расходуем энергию, ну или стамину, так назовем, да, ее. И бесконечно резать всех мы не сможем. Так, это монтировочка. Открой инвентарь, возьми другое оружие. Так. Так, взял другое оружие. Окей. Вау, я теперь монтировочкой машу. Давай, давай, быстренько. Никого нет. Короче, одна жратва везде есть. Какой-то лагерь прям. Ну, вот военные и везде разбросаны пакетики с чипсами. Какая-то стрёмная тема. No retreat. А глянь, сколько здесь писем. Окей. Короче, два тупых пообщались. Ну, смотри, тут записочка какая-то. На картонке. А что это? Остатки бумажных документов. Мы поклялись защищать этих людей. Нельзя оставить их на произвол судьбы в трудные времена. Присоединяйтесь, спасем нашу нацию. Мы, Алый Коготь. Я не знаю, что это такое, Алый Коготь. Ну, дурацкое название на самом деле. О-оу. О-о-о, вон, вы видите, кто-то бежит. Слушай, тёлка, интересно, она вообще бессмертна или нет? Она нападает... О-о-о, их как много. Вот почему не стоит, мне кажется... Не стоит спешить с такими штуками там дальше по игре, мне кажется, потому что... Вот такие понабегут, а у вас силёнок не хватит, и все. И хана вам. Так, последняя коробка. Да ладно. Короче, одни бинты какие-то. А где там оружие какое-нибудь, еще что-то? Это сюжетка или... Это сюжетка. Я так понимаю, что кооп... Ну, Тарас написал, что кооп начинается после первой миссии. Войдите в лагерь, в заброшенный лагерь и поищите припасы. Слушайте, проблема в том, что здесь темновато. Тут реально темно, настройки, а у меня в комнате светло. Если бы я сейчас выключил свет, видео, давайте я яркость. Выкручу на максимум, потому что... Или нет, так, настройки. Видео, яркость. Давай на максимум. Подтвердить настройку. А, на пробел. Потому что у меня светло в комнате, и я боюсь, что я что-то не увижу. А мне страшно, на самом деле страшно. Так, мы забрались в какое-то здание. Ну что, идем вперед. Так. Открыть. Заперто. О. Что такое? А, ее спасти надо. Эй ты, да, отойди ты. Интересно, он ее укусил или нет? Эта тварь меня укусила. Слушайте, я бы ее сейчас пристрелил. Она идет за мной?
Там, смотрите, там еще зомби. И мне сыкотно с ней идти. Блин, а здесь открыто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А как закрыть? Я не хочу с ней идти больше. Нет, я сейчас спешить не буду. Мои глаза. Сорян, чуваки, сейчас я выйду из темного помещения. И... Так, записка. Блин. Идите вперед и поищите другой способ покинуть лагерь. А что за записка была? Правила лагеря. Никаких костров, никакого вандализма. Не шуметь. Любые незарегистрированные припасы будут изъяты. Использовать санитарных зон вне означенных... Короче, не ссать везде, о любых болезнях сообщать немедленно. Слушайте, мою тупую напарницу укусил зомби. И это как бы по мотивам жанра ничего хорошего не сулит. Укус сильно зудит. В следующий раз, сука, она сейчас превратится. Диос, Мио. Что это еще за херня? Где? Левый контрол и... Блин. Круто я его захерачил, говорит. Я как будто вся в огне, не шучу, мне плохо. Блин, слушайте, она сейчас сдохнет, мне кажется. Надо какое-то ей лекарство с ручником найти. Поищи в лагере что-нибудь, чтобы помочь Каре. Вот, мачете. Блин, а что тут можно найти? Можно найти ей какой-нибудь пакет целлофановый. Она сейчас сдохнет, кажется. Бинт. Так, это от лихорадки не поможет. Блин, реально мне страшно. Нажмите C, чтобы ненадолго войти в скрытый режим. Смотрите, как их много. Пройдите мимо зомби. Левый контрол. Типа скрытно убил зомби. Сыкотно. Фонарик выключи. Фонарик выключи. Так, 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 так. А чё он на меня смотрит? Как я мимо него скрытно пройду? Отвернись, чувак. Блин, смотрите, какой-то инопланетянин. Мне кажется, я мимо него скрытно не смогу пройти. Как вы думаете? Сохранение. Блин, как мимо него скрытно пройти? Так. Дай ей мачете, отлично поможет. Ща он отвернется, я постараюсь. Сука! Блин! Сюда! Быстрее, быстрее, по лестнице! Бежим, 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 бежим. Давай, давай. На лестницу поднимайся. Поднимайся. Стой, стой, что вы тут забыли? Так. Моя подруга слышала, что в лагерях заправили военные. Куда они делись? Нам приказали закрыть лагеря и покинуть район. Короче, сами почитайте, я не буду это. А, это, видимо, два гея. Или нет? Просто выстрелили ей в голову, и все. И убежал.
Скажи, что ты от меня. Окей. Найди доктора Но в ресторане «Хряк и бык». Отдай мне пушку. Спасибо за помощь. Рад помочь. Как-то она выглядит хреново. Я тебя слышу, ответил тупая. Так, ну что, идем вниз. Бери обычный за 2к. Ща, друзья, тут еще, короче, ничего. Это туториал. Так, вот тут все. Тут самое интересное должно начаться, когда вы пройдете туториал и будете обустраивать свой лагерь и вот это все делать. Ты доктор? Ты врач? Тот солдат нас сюда послал тебе. Кого-то упустили, да. Bloody zombie. Мне очень жаль, говорит доктор Но. Ха-ха, доктор Но. Одна из этих тварей меня укусила. Смотрите, она тоже так двигается. Да, я делаю все возможное, чтобы это случилось. Так, надо как-то вылечиться. Бери фонарь и поищи ящик с образцами, он мне нужен. Это трупы. Так. Море воров тоже графон такой был. О, взял. Что тут еще можно украсть? Еще какие-то трупы. Они тут, наверное, воняют. Доктор Но. Yes. Отдать образцы зараженной ткани. Да, дай. Нет вакцины, это нехорошо. Мне нужен медпункт, чтобы подготовить новую дозу. Док, пора уходить. Сраные зеды прут по всему периметру. Там и чумные есть. Я знаю, что ты хочешь спасти Амари, но мы должны валить отсюда. Нельзя, чтобы все это исчезло. Бежим отсюда нахер. Бросай ее. Просто выстрели в голову ему. Извини за беспокойство, мне нужна твоя помощь. Какая? Окей. Никому не... Давай, говори, что нужно сделать. Но мне уже не хватает духа сделать то, что нужно. А, ну просто убить зомби. Поговори с Но. Взять оружие у доктора. Открой инвентарь и возьми другое оружие. Пистоль! Так. Прицелиться. Да хранит тебя Бог. Вместо того, чтобы спасти чувака. Можно в нее тоже пальнуть? Давай, валим отсюда. Да легко. Поговори с Морганом о пункте назначения. Пойдем к городу у холмов. Я за город на Плоскогорье. Направимся в город. Нам нужно где-то обосноваться. В округе есть 3 города. Один у холмов, второй на Плоскогорье, третий внизу в долине. Давай вот этот. Согласен. Окей. Как будто мне объяснили вообще, чем они различаются. Да, и такой просто божественный. Сядьте на место водителя. Так. W, газ. Если бы мне объяснили, чем отличаются эти. Так, она сама едет? А, машина сама едет, я даже ничего не делаю. Пока мы вместе, нам ничего не страшно. Слушайте, карта большая, офигенная. Смотрите, ты, сука, едешь на машине, хрен знает куда. Правда, почему-то кончилось. Я думал, что здесь будет open world. Сиротин, ты чего Гара не ответил? Он хочет поскайпить, обсудить игру вместе, так сказать. У меня скайп нужно подключать через другой этот. Ну, то есть, у меня звук сейчас идет из монитора. Надо было раньше сказать. Так, топливо сейчас для нас главное. Не главное, точнее. Кровавая чума очень быстро прогрессирует, а вашему другу нужно где-то отдохнуть.
Подрубиться в Skype, расскажешь чего... Подрубиться в Skype, расскажешь чего как. Сейчас, подожди. Я не понял, что он хочет сказать. Гарри, что ты хочешь? Напиши по-русски. Какой-нибудь привал, чтобы спасти вашего друга. Давайте просто в голову и выстрелим. Она что тупая. А, блин, сейчас будет туториал, короче, я, видимо, буду базу строить. Теперь вам доступны настройки сетевой игры. Выберите настройку для сетевой игры. Вы сможете потом изменить это в меню настройках. Не в сети. Только для друзей. Закрытый режим. А где, сука, режим, когда я могу пригласить кого угодно? Закрытый, наверное, режим. Checking account. Перед тем, как... Какое-то окно Windows всплыло. Так, подождите. Он как коннектится к Microsoft Store. State of Decay допрашивает ваше разрешение на вход в Xbox Live и получение доступа к Xbox Live. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, давай. Правда, учетка не моя почему-то, но ладно. Это, видимо, Ocean Vale здесь указан. Разрешить приложение State of Decay использовать микрофон. А как мне тебе разрешить? Ну, да. Используй. Окей. Так. Гара обломался. Чего я обиделся? Гара Гобунт. Чего? Гара хочет поиграть. Если она тупая, в голову не получится ее убить. Закрыто это по паролю, видимо. Можно друг друга в игре на уши садиться. На уши садиться. Ужас какой. Поговори с доктором. Отправляйтесь в место, отмеченное на карте, и оцените, подойдет ли оно для будущего дома. Так. О, это карта. Слушайте, она не такая маленькая, наверное, да? Так, сейчас мы узнаем, маленькая она или нет. Мне нужно вот сюда. Новый дом. По дороге у нас будет вышка мобильной связи. Место небезопасно. Постоянная боевая зона, усилитель сигнала. Говори. Приступаем. А я что, один пойду, да? Слушайте, одному на самом деле, мне кажется, проще идти. А мини-карты здесь, я так полагаю, нет, да? А, или я... А, я думал, я отсюда иду. Смотрите, тут сортир. Уборные! Пойдемте посрем. А ехать можно на машине? А, нет, мне дали негра все-таки. Я с негра пойду. Так, можно взять газировки. Если... Это негр или не негр? Че он делает? Колу давай. У него интеллект повысился. Сука, он выпил колы, и у него повысился интеллект, друзья. Я не знаю, как это работает, но я целый день сижу и повышаю себе интеллект. Открыть сортир. О. Так. А еще какой-нибудь зомби вылезет, нет? Так, что тут у нас? Это поиск. First aid. Это аптечка должна быть. Первая помощь. Так, Сиротин, тебе ключ на шару дадут или покупать самим? У меня есть, вот ключ, вот. Ты о чем говоришь? Зашел к комьюнити и начал орать со всей силой, всех зомби собрал и ливнул. Ты повышаешь себе только сахар в крови. Как повысить интеллект за этот день? Да. Так, ладно, пойдем. О, у меня, смотрите, какой-то мусорный... Этот на спине появился. Исследованные области. Ну-ка. Спутник для задания. Переключиться на этого персонажа. Хорошая мысль. Показывай дорогу, говорит Морган. Блин, а не будет ли у меня перевес? Какой-то мусорный мешок у меня на спине. А это похоже на мою подругу. Мы же будем по столсу всех убивать, да? Че, нас никто не запалил? Тупые зомби.
Стоять, не двигаться, не двигаться. Они все, видимо, одеваются в одном и том же магазине. Бросить зомби, взятого в захват. Зачем? Это что, это был не стелс, да? Что-то по стелсу не получилось. Так, что тут у нас есть? Заправка. Блин, нужно ходить, короче, и лутать все. Смотрите. Какой-то лежит тут половина тела. На тебе! Финиш им! Блин, а что с него лута нет? Короче, зомби, видимо, бродят везде. Надо... О! Попить. Для ускорения поисков можно нажать и удерживать shift, при этом вы производите больше шума. Да ну в жопу у вас шум, друзья. Я уже один раз... Мешок с топливом. А, перегруз. Запасы еды на исходе. А где голод мой показан? Чего? Так. Блин, а как вот эту хрень скинуть можно? Это что такое? Мешок медикаментов. Сносные чистые скальпели, шприцы. Нынче днем за ним. После открытия рюкзака будет заменен на несколько... О! Да! А как его открыть? Бросить, взломать, навыки. Взломать. Да! Вот! Что-то как-то инвентарь маленький, кстати, да? Наверное, разные есть рюкзаки на разное количество слотов. Все, понял. Блин, ладно, к этой тетке я не пойду. Занятие ванпост! Потенциальный ванпост. Дает один запас еды один раз в день. Позволяет менять персонажа внутри ванпоста. Дает шкаф для припасов на ванпосте. Позволяет обезопасить зону вокруг ванпоста. Состав. Что значит кусочек пиццы? Сбор еды. Требуется. Требования не... Сука, нужно... Какие-то звездочки нужны. Нужно... А, это, видимо, влияние. А как мне влияние нафармить? В багажник машины все скинь. Журналисты стримят. Да. Так, что это такое? Пачка семян. Похоже на коноплю. Пригорится, чтобы улучшить огороды. Блин. А почему нельзя дать этому чуваку? Вот это... Как выкинуть? Это выкинуть? Это тоже нахер выкинуть. Короче, на самом деле семена мне тоже не нужны. Ну ладно, давайте возьму. А чё вот напарник стоит и этот щелкает своим? Это что такое? Это тоже семена. 2 из 6 ящиков осмотрено. Верстачок. Блин, мне кажется, на стриме мне интересно смотреть, как чувак ходит и что-то тут лутает. При этом медленно лутает, чтобы не палиться. Ооо, предмет для ремонта машины. Еще семена. Больше семян. Но это... Я не знаю, мне это не нужно, наверное, да? Так. Осмотрены ящиков. Нужно осмотреть все ящики. Это 4-й ящик. Что это такое? Мешок еды. О, мешок еды — это хорошая штука. Это 5-й ящик. А где 6-й ящик, интересно? Так, тут снова семена. А где 6-й ящик? Поговорить с Морган. Взять... Правила. Занять вам пост. А где 6-й ящик? 1. Что-то я не понял. Странно. А где 6-й ящик? Морган, мать твою. Может быть, вокруг оббежать? Тут еще есть бег в игре. Блин, а где 6-й? А, вот он, 6-й, все. Нахер ваш быстрый поиск? Они, видите, специально меня провоцируют, чтобы я пошел и нарвался. Ничего не найдено. Можно занять место. Как? Я хочу занять место.
Требование не выполнено, сука! А, нужно все... Короче, все ясно. Надо идти, видимо, бить зомбиев. А там что так, ладно. Карта. Карта. Вперед. Нам вот, вот сюда нужно дойти. Отнеси весь хлам в багажник, скинь. Так. Может, по столсу? Интересно. А, тратится стамина. Я немного погуляла по улице и кое-что принесла. На! О, это прикольно, они приносят ресурсы. Привет! Откуда вы знаете, что нужно все в багажник скидывать? Бага... Открыть кузов. Так... Семена нахер. Бинты. Карман. Бинты нахер. Биту. Ну это все оставим пока, да? Так. О, откуда вы знаете, друзья? Вы же не играли. Там ящик перед тобой был. Как вообще можно играть в Max Story с друзьями, если весь онлайн в стиме сидит? Отнеси весь хлам, топливо принеси, не лутайся подряд. Привет, звук отстой. Интересно, на скольких... Как дела, стример? Супер! Биту вообще выброси. Слушайте, может пойти просто всех крошить? Бита. А, F. Чем меньше груза вы несете, тем меньше энергии расходуете. Окей. Пойдем, пойдем на... Эй, ты, я хотел убить его это. Блин, короче, пойдемте до локации, а то мы так будем долго бегать, мне кажется. А бита сломанная вообще. Бита. Бита, бита, бита. Как ее выкинуть-то? Бита бросить. О, все. Так, чем меньше груза вы несете, тем больше вы молодец. Газ. Стоит женщина себе, никого не трогает. Получено влияние 5. Сука, мне 300 нужно. А смотрите ящиков. Качай пистолет, пока нуба лока. Займи дом уже. Фейерверк. О, прикольно. Так, газ. Денис ВЛГ стримит со своей бабой. Денис прикольный. О, горючка. Сюда кооп добавили, вообще то, что просили только. Займи дом, не надо столько времени тратить зря. Смотрите, я уже интеллект на 2 прокачал, чуваки, ну чё вы? Ладно, иду занимать дом. Оп, оп, оп. Вы скучные. Давай по фасту бежим. Чё, здесь крутой дом получится. Да что это она висит в воздухе? Ой-ой-ой, там кто-то бегает. Хая! Но мне же не этот дом нужен, да? Новый дом. Личный... Ну давай дом займем, окей. Блин, тут, наверное, исследуйте области. Чувак, закрой, пожалуйста, только этот. О! Во, давай.
делай свое дело. А чё калитки все открыты? Закрыть. Вот. Это отличное решение. Слушайте, тут можно обустроить же все, всякие огороды понасажать. Я в роликах видел, как это делают. Вот здесь тоже что-то можно сделать, наверное. Сейчас калитку закрою. То сыкотно. Блин, и тут... А, тут все прокачивается. То есть, если ты тупой, ты можешь прокачать себе скиллы. Для зачистки здания исследуйте все его помещения, обозначенные на мини-карте. Вам придется не только осмотреть все помещения, но и убить всех зомби. Ладно. Но в подвал мы начнем сверху, да? Так, тут... Кто-то там рвется. Так, здесь никого нет. Давай вниз. Во, красавчик! Так. Что тут у нас? Не забудьте, нужно пройти все комнаты. А, то есть нужно, видимо, обязательно зайти во все комнаты. Так. Это выход из дома, нам туда не нужно. Так. Хорошее место. Можно выбрать место для базы. Мы нашли классное место. Отличная работа. Вы занимаете место, а мы с пациентом придем позже. Чтобы занять базу, активируйте точку владения и выполните требования. Требуется один человек занять базу. Готовы к переезду? Перемещение приводит к разборке объектов. Подтвердить. Теперь нам нужен срочно медпункт. К сожалению, нам не хватает ресурсов, чтобы его оборудовать. Так, можно вот это вот скинуть. Это скинуть, фейерверк, бензинчик. Так, все, скинули. Вау, кто-то шумит.